я скажу сразу, эта система придумана Лукашенко, чтобы вечно оставаться у власти. У нас 70% промышленности, экономики государственная, и люди все на годовых контрактах. И смысл такой, если ты будешь переть на власть, мы тебе молча не продадим контракт. И иди живи чем хочешь. Это рабская система. Надо вернуться для трудовых коллективов, коллективным договорам. Все, чтобы человека не могли уволить за его взгляды без согласия коллектива, без реального профсоюза, как профсоюз РФ. А контракты, это, извините, для топ-менеджеров, у которых зарплата, ой-ой-ой, это единицы. Это рабская система. Вот вся экономическая система Лукашенко, это большой колхоз. Она очень невыгодна экономически, нету свободы, неконкурентоспособность. Очень выгодно политически. Он держит на контракте и обеспечивает свою власть. Не только милицией там. И у нас 9 спецслужб. У нас 200 тысяч так называемых правоохранителей. И только 40 тысяч армии. Вот кто для него главный враг. Так вот, самое главное, людей контролируют по месту работы. Эту преступную рабскую систему надо отменить сразу же.